Каждая женщина хочет быть счастливой. Самый простой способ быть счастливой – это быть красивой. Євгенія Бардіна – відомий миколаївський журналіст, блогер і громадський діяч. Як вона сама зізнається, любить життя, рух, мрії і пригоди. У 2009 році Євгенія стала переможцем конкурсу «Миколаївська книга» у номінації «Кращий літературний дебют» за історичне розслідування «Таємниця двох капітанів» у серії «Легендарні імена» видавництва Ірини Гудим. Ця книга вже двічі видавалася у Миколаєві. Такий успіх, а також любов до історії рідного міста надихнули молоду письменницю на написання нової книги. І у 2015-му виходить другом наступний твір Євгенії – дитячий історичний детектив «Камосвіт» або «Записка із таїнственного прошлого». Идея создания книги возникла 5 лет назад, когда моя первая книга о двух капитанах стала лучшим литературным дебютом. Ко мне подошли люди и сказали, что вы знаете, классно написано об истории, такие замечательные тайны истории нашего города. А могли бы вы написать что-нибудь такое, чтобы заинтересовало еще и подростков? Потому что это те люди, которые обычно не интересуются вообще ничем. Но я уверена, что наши подростки самые любопытные в мире. Поэтому у меня возникла идея создать вот такой детский детектив, про історію Ніколаєва іменно для подростків. Євгенія підкреслює, що головною темою та ідеєю цієї книги є любов до Миколаєва, його історії і сьогодення, таємниць і реалій. Главное, что я хотела донести до читателя, это то, что важно любить свой город. Его историю, его дома, его улочки, его жителей. Ведь каждый из нас – часть сердца большого города. И через моих героев, через тех персонажей, которые я описываю, я именно эту мысль пыталась донести. Головні герої книги – звичайні миколаївські хлопчаки. Первое время их интересует ничего, кроме того, чтобы прогулять уроки и лишний раз дымить от поставленного в школе задания. Но постепенно они проникаются загадками и духом города Николаева и открывают что-то очень важное и в себе, и в своих друзьях, и в своих родителях, и в замечательном городе Николаеве. Повноцінними персонажами повісті є і пам'ятні, історичні місця нашого міста. Музей судостроения и флота такой же полноправный герой этой книги, как мальчишки, как, собственно, и все места, которые я описываю. Главный герой книги – это, естественно, Николаев, кроме мальчишек, а еще это и костел, и Николаевские катакомбы, и гимназия, первая украинская гимназия. Очень много мест, которые памятны любому человеку, который любит историю, упоминается именно в этой книге. У книзі використані малюнки миколаївської художниці Світлани Чепанової, яка відома у нашому місті, зокрема, серією листівок «Патріотичний Миколаїв». Женя розповіла про книгу. Мы договорились, что я почитаю, посмотрим, что это. Меня очень зацепила тема, что это о Николаеве, что это для детей. Мне очень симпатична, вот, симпатична мысль, симпатична идея. И классный, интересный сюжет, интересные эти мальчишки, главные герои. Так хотелось поучаствовать и что-то, в конце концов, просто что-то сделать для города. Світлана пригадує, роботу над оформленням книги треба було завершити у стислий термін. Тим складнішим виявився процес втілення на папері образів головних героїв детективу. Одна із головних складностей в тому, що головний герой – мальчик. Я не знаю, можно ли называть имя, у нас уже в тризере. Мальчик, у которого хвостом завязаны волосы. И его даже обижают, ему говорят, что ты похож на девчонку. И когда я стала рисовать, я столкнулась реально с проблемой, что ну, как нарисовать мальчишку, у которого волосы хвостом, чтобы он не был похож на девчонку. Нелегко далися художниці и інші деталі. Одно из самых сложных иллюстраций по реализации, и то, что мне хотелось сделать, это был просто спортивный интерес. Это была иллюстрация там, где ребята находятся возле католического собора. Католический собор, фасад, очень много деталей. Невероятное количество деталей. Колонны, всяческие бортики, прорисовка кирпичей. И на третьи сутки в пути я подумала, что я просто уже не смогу, потому что глаза закрывались, это компьютерное рисование, и это тщательность, это мелкотека, но спортивный интерес и любовь к городу сделали свое дело.
А зараз на часі тест 99-ї сторінки. Тож відкриваємо книгу «Камасвіт» або записка із таїнственного прошлого. Решив не тянуть, Камиль показал приятелю содержание записки отца. Еще я думал над личностями Иосифа и Николая. В связи с этим у меня для тебя еще одна новость. Сегодня приобщаемся к прекрасному. Идем на концерт симфонической музыки. Святослав фыркнул, но булькать не стал. После уроков они поспешили к историчке. Камиль и сам не заметил, как изменилось его отношение к Лиле Павловне. После того урока как-то язык не поворачивался назвать ее Грымзой.